хорошо быть мужиком. Не надо ноги брить станком и волосинки вырывать, потом ладошкой проверять. Как хорошо быть мужиком, не надо убирать весь дом, тебе не надо окна мыть, зачем вообще их надо мыть? Детей не надо нам рожать, мы можем лишь их обмывать. Мы месяц обмываем их, своих, а также и чужих. Плевать мужчинам на вопрос о ломких кончиках волос и очереди в туалет. У мужиков, представьте, нет. Мужиком быть просто класс. Мало мужиков сейчас, а в наше время особый шик. Если мужик, мужик. А хорошо всю жизнь уметь, с двух рюмок сразу не пьянеть, потом всем мозг не выносить. Как хорошо мужчиной быть. После шести ты можешь есть, хоть в свитер влазишь ты и весь. Висят бока, висит живот, зато не надо красить рот. Мужиком быть просто класс. Мало мужиков сейчас, в наше время особый шик. Если мужик, мужик. Сушить не надо волоса и собираться два часа, на полный шкаф вещей глядеть, туда, где нечего одеть. На трассе, коль припрет нужда, то это вовсе не беда. Ты можешь встать у колеса, и стой ты там хоть полчаса. Если мужик, мужик, в наше время особый шик. Если мужик, мужик, если мужик, мужик. Будьте мужиками! Спасибо.